Инвестиционно-экспертный совет при правительстве Тверской области будет создан в ближайшее время. Об этом стало известно на заседании Кабинета министров накануне, когда обсуждали исполнение бюджета на этот год. По мнению главы области, совет должен быть источником качественной оперативной информации о том, чем живет бизнес Верхневолжья. Позиция предпринимателей по отношению к эффективности областной власти, что необходимо делать и какие оперативные меры необходимо принимать для корректировки тех или иных направлений развития инвестиционного климата. Прежде всего, это площадка, где могут открыто, откровенно обсуждаться все необходимые решения и действия органов исполнительной власти, законодательной власти, для того, чтобы у нас экономика сегодня развивалась в соответствии с намеченными планами.